Добрый день! Меня зовут Гамирова Елена Витальевна. Как врач-гинеколог, работающий по специальности более 22 лет и имеющий приоритетом деятельности сохранение органа и репродуктивной функции, разрешите открыть еженедельную рубрику «Женское здоровье, пока рак не свистнул». Моя цель – просветить женщину о новых и безопасных методах лечения самых распространенных гинекологических заболеваний. Сегодня я хочу с вами поговорить об основных заболеваниях шейки матки и вульвы. В настоящее время многие женщины приходят на консультацию с жалобами на выделение из половых путей, кровомазание, дискомфорт при половой близости, ночной зуд и дискомфорт вульвы, приводящий к потере сна и даже потере партнера. В результате обследования у 80% выявляется патология шейки матки, эрозия шейки матки, осложненная вирусом папилломы человека, лейкоплакия, плоская папиллома, хронический цервицит и патология вульвы, криороз, лейкоплакия, вульвовагинальная атрофия. Традиционно при патологии шейки матки врачи рекомендуют проводить деструкцию с использованием различных видов хирургических энергий, такие как CO2-лазер, радиоволновой метод, криодеструкцию, при которых происходит удаление патологического очага шейки матки. А при патологии вульвы назначают гормональные мази, которые лишь убирают симптоматику, но при длительном применении повышают риск перехода в онкологию. В отношении фотодинамической и карбокситерапии следует отметить лишь временный положительный эффект со скорым рецидивом, то есть возвратом заболевания. Данные методы ощутимо болезненны, также требуют продолжительного по времени восстановительного периода и ряда ограничений. Поэтому пациентки, особенно не рожавшие, испытывают страх перед прижиганием шейки матки и зачастую отказываются от проведения. Но впоследствии это может приводить к диспластическим предраковым заболеваниям и даже онкологии у молодых пациентов. Альтернативой вышеизложенным методам является HIFU-терапия фокусированным ультразвуком. Этот метод на сегодняшний день является уникальным и эффективным, 97% результативность. Ультразвук без повреждения покровного эпителия воздействует на глубокие слои путем трансформации в локальное тепловое воздействие, что приводит к исчезновению патологического очага без операции. Процедура проводится в рамках амбулаторного приема, максимально комфортно для пациентки, не требует ограничений и длительного восстановления. Мой личный опыт использования HIFU-терапии шейки матки и вульвы составляет более 10 лет. Пролечено свыше 1000 пациентов с максимальным эффектом. Следите за своим здоровьем и до встречи через неделю.